А вот теперь Влад начал ревновать. Я просто сижу в Discord, ну, в сервере Tenderly. И там, как сказать... Ну, короче, у меня там роль медийки, я туда захожу, чисто общаюсь и, типа, получается, раскручиваю их сервер Tender или Discord. Кстати, реально классный Discord, приходите там, ищите, и тут еще напишите мне, я скину. Вот. И там можно там с кем-нибудь общаться. Вот. Так, подожди. Если ты наш бургер Биг Мак. Чё? О, Влад всё ревнует. Покажи зубки. Так, что ты, мой... Чё? Ребят, это Зэй, ГГ. Не пиши лучше такое. Ты же знаешь, что у меня парень есть. Я же говорила. Так. Есть дискорд, кидай ник. Чё на зубках? Скайся. Влад ни с кем в дискорде не будет сидеть. Даже если... С ногтями неудобно, кстати. В смысле, да-да, помню. Так что ты такое пишешь, что у меня парень на эфире сидит, он ревновать начинает и злится. Так, я тоже Влад, кстати. А я тебя не помню, если честно. Я же там на многие сервера заходила, сидела. Что нужно для того, чтобы построить снова ОБ? Паспорт и желание. Где моя футболка? Не знаю. Так. А со мной можно, Влад, посидеть в скорбике. За тебя отвечала все. Да в смысле, когда? Подожди, это в какой раз было? Когда там еще был Дима, который самый нормальный? Тогда было? Или... Матвей, я теперь буду улыбаться еще больше. В последний. А я не помню, когда в последний. Объясни мне, пожалуйста, я не помню. 18к в месяц, да. Что за работа, Вал? Про локальные разговоры. Да, Дима вообще такой крутой чел, просто. Я не знаю, он офигенский, и он знаком с очень многими ребятами, с блогерами, с Моргином, еще с кем-то. С этим, как там, короче, с очень крутыми ребятами он был. Чё столько людей, ребят? Так, Дима, да, Дима вообще классный. У меня каскад, да. Нет, Влад мой парень, самый лучший. Дима просто с ним реально, вот это, наверное, один из немногих людей, с которым действительно было поддержать интересный диалог. Скидывайте, девочки, на вкусняшки. Все из сюда зашли. Я Скай составила у одной женщины. Да, заказывают 18+. Куда инсту дела? Она у меня закреплена. Сколько мне лет? 17. Зачем Скайса? Просто так. Волосы в зубах не остаются, нет. Город, номер ПВЗ. Хорошо, у меня работники работают. Нет, не ваша. Вы не мой хозяин. Мой хозяин другой. Почему не возвращают деньги 20 дней? Уже не знаю, я на это никак не влияю. А школа не мешает работать? Ну, я не... учусь нигде. Я хозяин. Влад, как тебя взяли на работу в 17 лет? Во всех... Ребят, что происходит? Почему меня... Почему тут такое просто... Что это? Моргенштерн, да, я его дочь. Если лежишь заказать паспорт нужен, не знаю, я где волосы купила. Не знаю, где купим. Ребят, что за вопросы происходят? Ногти, да, нарощенные. Так, паспорт я не прошу, когда у меня что-то забирают. Тебя уволят за эфиры, могут. Меня никто не уволит, у меня хорошее руководство и нормально относится. Почему никто не кидает тебя в носу что-то? У меня козявка в носу. Спасибо, что сказали. Все, теперь нету. Вернись. Блин, монстры. Только не оборачивайся. Что там? Наверное, какие-то злые монстры. Сколько носишь скайса? 2 дня. Я тоже сейчас на пункте сижу. Ну вот видишь, как замечательно.
народу нету? Нет. Что в зубах? Скайсы. Маник, да блин, у меня стразы отваливаются, я уже задолбалась его показывать. Как я устроилась? Позвонила, сказала, возьмете на работу. Сказали, да, я по связям устроилась, у меня подружка там работала. Милашка, а, да. Что берешь с собой покушать? Из дома что-нибудь. Сколько сейчас на складе посылок? 138. Ой, ты сама их приклеила? Нет, я ходила на процедуру. У нас новый пункт. Прививку не просили ставить? Нет. Сколько платят? 18 тысяч. Ярославль. А есть перерыв? 15 минут. Она целый меня видит доширак. Нет, я не всегда им доширак. Только ты, когда мне его покупаешь. А так я беру из дома еду. Нет, на обед я не закрываюсь. Я просто вот так вот сажусь и ем. Если кто-то приходит, я выдаю заказ и потом опять ем. Она бигмаки ест. Нет, я не ем бигмаки, я не трачу на них деньги. 18 тысяч мало, да, 15 дней рабочих. Почему с Озона перешла? Потому что на Озоне я работала в центре и добиралась до него 2 часа. Здесь я работаю в своем районе и добираюсь за буквально чуть-чуть. Сколько часов работаешь? 12. Как устроиться в Валбрис? Там есть туалет? Ну, конечно, есть туалет. Мы 12 часов без туалета будем сидеть, что вообще то ли ненормальные. Можно деньги взять за одну смену или сразу дают полную сумму? Полную сумму? Нет, а у нас аванс в середине месяца и потом... Ой, спасибо за подарки. И потом этот... В конце месяца. У меня нет проблем, кроме моей башки, 1007, я умер. Вот. Влад, пожалуйста, хватит. Мне 17 лет. Я отчислилась сама. Ой, спасибо за подарки. 100 зрителей. У меня новых подписчиков? Чё, блин? У меня 8 тысяч просмотров, 59 тысяч лайков. Я тебя не игнорирую. За ПК до 10... Сколько лет Владу? Владу 17 лет. Так, что там дальше? Нет, мы с Владом не вместе живем пока что. Как часто с парнем видишься? Ну, мы 4 дня подряд виделись. 18к мало, да. Неадекватные клиенты есть, но не у меня. Почему отчислилась? Потому что не хочу учиться на рекламе. Это не моя... Не мое, короче. Ты анекдот рассказывал, я тебя просил еще рассказать. Я не помню тебя. Вот веришь, нет, не помню вообще. Я помню Диму, потому что он сидел с вебкой. И потому что он сначала был как араб. Я думала, какой-то араб зовут.